Меня заперли, а помогите! Всем привет, с вами Грексер, и я расскажу вкратце то, что я уезжаю в июле, скорее всего, на весь июль, потому что... Почему я уезжаю? Нет, это уже такой, по сути, мое личное, так что... Просто говорю то, что я уезжаю в июле, поэтому у меня никакой не будет связи именно с компьютером, не с интернетом, но с компьютером не будет, потому что как... Я уезжаю за границу, вот так вот коротко скажу. Я компьютер не могу взять, потому что у меня не ноутбук. У меня, ну, не ноутбук. Поэтому я никак не смогу редактировать те видео, которые буду снимать там. Я думаю, что я буду там снимать. Прохождение вряд ли вообще 100%, потому что придется все это опять устанавливать. А это, во-первых, очень долго, во-вторых, вряд ли у меня там получится. Так что да, весь июль видео не будет, насчет августа я пока не знаю, так что не факт, не факт. А июнь, ну, так вот, по чуть-чуть будет сейчас, потому что там я уже как бы собираться надо и бла-бла, все эти виза. Ну, в принципе, на этом все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Мик Декстер, всем удачи, всем пока. Юбилей, 70 000 просмотров!